Всем привет! Сегодня я хотел вам тропу здоровья показать. 105-й микрорайон. Ну, короче, тропа здоровья. Просто обделали как бы деревянную пешеходную тропу, сделали из досок. Сегодня покажу вам. Конечно, всю я ее не буду проходить, она 5 километров идет. Там же смотровая вышка есть, но я туда не пойду, потому что, ну, я не знаю, как мне здесь спуститься здесь, потому что это спуск такой большой, вообще страшный. Сейчас покажу. Вот, друзья, смотрите, какой спуск. Вот пешеходная тропа идет здоровье. Как ее называют? Просто тропа здоровья. Типа люди будут ходить в лесу здесь летом. Зимой-то холодно сейчас ходить. Летом будут ходить. Я еще летом, кстати, сюда приеду, ее всю пройду. Пока сейчас мельком вам покажу. До 112-го, может, микрорайона дойду. 15 минут туда идти. Ну вот, смотрите, сегодня дубак у нас, конечно, холодно. Зря, конечно, поехал, кто-то скажет. Но как бы стараюсь для YouTube снимать для вас. Вот сейчас будем с такого ровного обрыва спускаться туда. Не знаю, что получится. Спущусь, покажу. Одному, конечно, стрёмно здесь ходить. Скучно просто, скучно. С кем ты идешь, когда ты разговариваешь, да? Тебе вроде бы как бы, ну, весело, хорошо. Может быть, сейчас потеплее будет, если кто-то согласится со мной сюда и все осилить, эту тропу здоровья, вообще всю сходить, то мы сходим, конечно. Я не против с кем-то сходить. Но это надо с собой термос, чай брать. Термос, кстати, сегодня забыл, у меня термос есть, термокружка. Забыл, надо было взять хоть чайку здесь выпить на морозе. Ну ладно, двумя пересадками сюда ехал на 40-м маршруте. Вот такой обрыв, сейчас буду туда спускаться. Вон люди ходят, не боятся. Вот, друзья, я спустился. Осталось дело за малым, надо как-то туда забраться, чтобы туда попасть. Не знаю, где-то здесь вход надо найти, чтобы нормально зайти. А то перелазить неохота. Ну, здесь еще лес кругом, да еще что, в принципе, здесь ничего такого нету. А как мне зайти туда? Да? Самолет летит, видно, что здесь самолеты летают. У меня рука замерзла, я просто здесь перевернулся, когда спускался, я здесь это... А, рука отморозилась. Я без перчаток, короче, начал спускаться и там перевернулся. До конца у меня все руки грязные теперь. А... Вот так вот здесь лес выглядит. Вот тропа здоровья, я ее, конечно, всю показывать не буду. Это сколько... Надо летом приходить, просто мне сейчас камера здесь не выдержит, потому что лютый холод здесь. Здесь холодно просто, что это всю ты не пройдешь в мороз. Летом-то здесь, наверное, красиво. У меня палец онемел от холода. А, я его даже не чувствую. Вот сейчас здесь заберемся, наверное. Друзья, лютый мороз. Что-то у меня даже камера уже садиться начала. Здесь надо по теплу идти. Ну, я так мельком вам покажу, потому что это... Сейчас камеру сделаю. Потому что здесь реально невозможно ходить, потому что это... Ну, холодно сегодня вообще. Здесь вроде бы идешь, солнце припекает. Я еще сюда спускался, перевернулся. Вот такой бугор, смотрите, вот как здесь спускаться, да? Хоть бы сделали какую-нибудь лестницу специально сюда прям, чтобы она сюда заходила. Вот люди, видите, как спускаются? Не знаю, девочки, еще более-менее спускаться. Я, так я вообще перевернулся там. Вот она идет, спускается. Я вот здесь спускался. Вот она спускается, не боится даже. А я здесь испугался и чуть не перевернулся. Какие здесь песком посыпали просто, чтобы люди спускались. И все. Вот видите, как я здесь, короче... Вон там наверху просто скользко идет, здесь-то нормально. Вон там наверху можно перевернуться. Я еле-еле, короче, сюда спустился. Вот с такого обрыва. Вот такая здесь тропа здоровья, друзья. Птички пока здесь не поют. А у меня это как... Рука реально что-то отморозилась. Еще руки все в песке грязные. Ну, кто бы, друзья, в холод, да, в холод, кроме меня, сюда поедет снимать вам эту тропу здоровья? Никто.
А я, друзья, стараюсь для YouTube снимать. Как бы что не было, нету просмотров. У меня не скажу, что нет, у меня 400 просмотров за день набрало. Вчера ролик выложил. 1000 даже ролики выкладываю весь. 2000 просмотров. Так что все нормально. Потихоньку движемся дальше. Ну, все-то, конечно, вы ее не пройдете, потому что на 5 километров идет. С кем-то, может быть, я схожу. Если кто в следующий раз захочет идти со мной. Сходим. Туда-сюда ехать только далеко. 105-й микрорайон, Соликатка. Следующая остановка, там уже мед идет. Силикаткой тоже. Вот здесь, видите, скользко идти, можно перевернуться здесь. Пойдете, ногу сломаете. Так что, когда идете, держитесь лучше. Здесь все ледяное, смотрите, упасть можно. Ну что, я сегодня утром встал, отжался 30 раз. Пресс 15 раз прокачал. Потом что, приседание 50 раз сделал. Ну, чисто как Бубновский говорил, может, кто Бубновского смотрел. Он говорил, нужно сначала мышцы прокачивать, потом пресс и приседание. Чтоб сверху вниз у вас шло кровяное давление. То есть кровь по телу погоняете, и все. А когда вы на улице идете, вам холодно, что делать? Ну вот вы замерзли, что делать? Нужно 15 раз вдохнуть глубоко и секунд на 30 задержать дыхание. Это как бы дыхательное упражнение Вива Хоха. Вива американского, короче, такого человека есть. Он там в ледяной прорубь ныряет. Вив Хохман вроде бы, так? Примерно его зовут. Я уже подзабыл. Вива Хохман. И вот. Вы, друзья, вот так вот, вот и должны. Замерзли. Пока 4 минуты снимаю. Хотя минут на 30 хватит, и то нормально. Если хватит. Такой лес здесь, пейзаж. Здесь, в принципе, снимать-то нечего, просто идете-то идете, просто это, как бы отдыхаете. Идете, дышите лесным таким воздухом. Но я как бы не скажу, если на Верхнюю Березовку идти, тропу здоровья там есть, на Верхней Березовке, то, конечно, там воздух намного свежее. А здесь воздух такой средний. На Байкал, если ехать, там воздух еще свежее. А здесь воздух как бы, ну, такой не сильно. Муторный какой-то здесь воздух. Может, здесь раньше кладбище было, я не знаю. Здесь просто летом идешь, иногда пылью какой-то пахнет. То есть не пахнет, да, каким-то там лесным воздухом. А пылью просто пахнет и все. Вот так вот, друзья, и все, вот вам тропа здоровья. В принципе, я был здесь 2 года назад, и год назад я здесь, походу, был. Еще вам мед снимал там, дальше меда ходил, гулял. Показывал тоже. Я видел, как ее строили, но там были недостроены. А сейчас видите, как все построили. Для людей, что завлекают сюда людей, типа здесь покупаете квартиры в 105 микрорайоне, дома там, коттеджи покупаете. И как быстро микрофоны сели, я даже не успел. Так что микрофон вообще не выдерживает. Это мороз, вообще ни камера, ничего не выдерживает.
Видите, дома снимать тоже скучно людям. Бывает порой обзоры кафе требуют люди, чтобы я снимал новые рубежи, как бы брал. У меня сейчас денег нету, я сейчас вот у меня сейчас впритык. Сегодня деньги пришли, я в кредит себе заплатил, да и все. Вот вам и обзор кафе. Не получается. Еще SSD диск надо покупать на компьютер. Ну, мощный, который в материнскую плату вкручивается. Не те накопители твердотельные 2.5, а MV2. Все, карман застегнул, чтобы микрофоны не вывалились. Вот здесь летом-то брал гулять. Летом приеду сюда, обязательно прогуляюсь. Можете потом вон там выйти. Ну, здесь гору, видите, я как-то здесь был. Гору вот эту преодолевал. Это вообще ужас. Как здесь люди ходят, я вообще понять не могу. Они бы лучше вот эту тропу здоровья не делали, да? А мост бы здесь вот такой сделали, чтобы люди ходили. Что толку с этой тропы здоровья, да? Ну, вот толку. Лучше бы сделали людям здесь пешеходный проход, чтобы они в гору уходили. А то дети ходят. Я все штаны себе заморал. Хорошо, что еще старые штаны одел, чтобы не замораться. Ну, то есть, я думаю, мое мнение, лучше бы вместо этой тропы здоровья сделали просто это. Мост бы такой бы сделали, подвесной бы здесь, да, подвесной. Чтобы люди не преодолевали. Вот здесь можно спускаться, видите, как надо было лучше здесь спуститься. А то люди бедные ходят, здесь дети падают с этих гор. Здесь горы-то крутые какие идут. Бабушка, например, здесь, так это она вообще гору-то не преодолеет. Какая-нибудь старуха пойдет, перевернется здесь. Особенно зимой холодно, перевернется. Ее потом 100% никто не найдет. Давление поднимется у нее. Да и старухи здесь, в принципе, ходить-то даже не будут. Бабушки здесь ходить, наверное, не будут, потому что, ну, смысл им здесь ходить, переворачиваться. У меня будки вообще какие-то беспонтовые. Хорошие ботинки вроде бы купил. Не купил? Отец работает на работе. Ему бесплатно рабочие ботинки дают, которые... Ну, дворникам дают рабочие ботинки. Типа хорошие ботинки, зимой ноги не замерзнут. Да, согласен, зимой ноги не замерзнут. Но они скользкие, это пипец. Материться не буду. Они реально скользкие. Хотя подошва такая ребристая, все резиновая идет. Но они почему-то скользкие. Хотя я на них не катался, ничего не делал. А просто иной раз идешь и боишься перевернуться. На смотровой вышке мы, конечно, не дойдем. Во-первых, батарейка на камере не выдержит. Замерзнет. А рука замерзла. Вон там люди коттеджи себе стоят двухэтажные. Вот здесь я в лесу нахожусь. Потом обратно-то идти тоже далеко придется. 2 километра, наверное, пройду, минут 15. За 15 минут можно 2 километра даже пройти, если вы будете быстрым шагом идти. Камеру все с собой взял даже. Пока снимать даже не хочу, потому что бак какой-то опять. Январские, вьюги, вот эти морозы январские. Чуть-чуть еще дойдем, чтобы батарейки хватило. Так что, друзья, не обижайтесь, конечно, что я эту всю тропу здоровья не осилил. Потому что, ну, реально. Я-то ее осилю без камеры, я ее пройду ее, но надо же снимать это все. Как я буду снимать, если у меня батарейки садятся быстро. Сейчас я вот так камеру возьму в руки, чтобы она не замерзла. Чтобы она хоть чуть-чуть отогревалась.
Здесь вот лавочку не поставили. Минус им, что они здесь лавочку не поставили, да? Где-то они лавочки еще здесь не поставили, потому что, ну, смысл здесь ставить далеко. Вон даже люди оттуда уходят. С такого далека на остановку. Это надо скандинавские палки здесь брать. Как вот старухи ходят, бабушки. Они ходят здесь, это, скандинавской ходьбой занимаются. Так что здесь можете ходить, в принципе, не заблудитесь. Обратно также ушли, пришли. Так что вот, друзья, так-то, в принципе, вот эта прогулка, она скучная, да, наверное. Просто идете, идете, все, больше ничего здесь, как бы ни леса, ничего нету. Так, чуть-чуть три сосны растут и все. А так, друзья, здесь что с... Ну, тропа здоровья, да, конечно, хорошо. Летом здесь браво будет. Ходите, отдыхаете. А, рука все равно мерзнет. Я хотя бы кофты сегодня одел. Куртку с подкладом. 112 уже микрорайон там видно. Или какой-то непонятный какой здесь микрорайон. Одному здесь просто страшно реально ходить в лесу, одному скучно. Не то, что кто-то тебя там по башке стукнет, не в этом дело. Просто стрёмно, тишина. Она вот эта тишина, она пугает. Она реально пугает. Зловещая такая тишина. Особенно на верхней Березовке, когда идешь в лесу один. Один в лесу. Там деревья вот эти шумят. Сосны вот эти. Страшно, короче, все это. У меня уже батарейка садится. Короче, сегодня стрёмно какая-то прогулка. И что, все, больше нет тропы здоровья? Вот я, друзья, всю ее прошел. Они ее не достроили еще. Вон там уже конец. Вот и все, вам тропа здоровья поснимал. Где-то смотровая вышка здесь должна быть. Это она в 112 квартале, наверное. Ну ничего, друзья, зато батарейки хватило. Так что вот, друзья, кто там в комментариях мне просил тропу здоровья. Вот она. Ну, кстати, да, правильно, с одной стороны, это как бы я бы не назвал тропу здоровья вот это вот. Это не тропа, это просто, чтобы люди, пешеходный переход можно. Можно так сказать, что это пешеходный переход, что просто люди ходили не по горам лазили, а здесь. Так что это не тропа здоровья. Здесь вот скользко, не поскользнуться бы. Вот, друзья, так что... Никакая это не тропа здоровья. Вышка там просто где-то есть. Я не знаю, где она. Ну, как бы у меня, я не устал. Нормально, так хорошо себя чувствую. Отжался сегодня утром. Я когда один день не отожмусь, да, почему-то, я не знаю, что с моим организмом творится, вот честно хочу сказать. Я когда, если не отожмусь, утром не встану, отжиманий не сделал, то на второй день потом сил вообще нету, делать вообще ничего неохота. Видео снимать неохота, мотивации нету. Как бы вообще, будто бы, ты не знаю, высушил. Просто чуть энергии не хватает. А потом, когда поджимаешься, пресс покатаешь чуть-чуть, там по приседанию делаешь. И спишь, во-первых, лучше. Утром, знаешь, такой бодрячок. Ох, и хорошо себя чувствуешь. Вот видите, зарядка, что она творит. Так-то у меня энергия, на самом деле, она как бы это... Вот дети даже катаются здесь. Детям здесь хорошо с горы кататься, вот так вот. Ха, с горы полетели на ледянке. Здесь уже пригрело, тепло, у меня даже рука согрелась. Так что вот, друзья,
не судите строго. Тропа здоровья какая-то здесь. Это не тропа здоровья точно. Это просто пешеходный переход. Заодно людям здесь летом гулять. Я летом приеду сюда, тоже здесь сниму вид вам, обзор сделаю. Прогуляемся с вами. Так что нормально здесь. Ну, конечно, кто во втором квартале живет, в принципе, сюда тоже могут ходить. А кому-то и лень. Вот и так вот идете. Вот я оттуда пришел. Здравствуйте. Вот, друзья, все, заканчивается дорога пешеходная здесь. Это просто пешеходная тропинка для людей, чтобы они не по горам лазили, а, ну, хотя бы это, чтобы просто здесь вот так пройти и не упасть. Да и бабушки здесь, в принципе, тоже ходить не будут, они здесь упадут. Я-то хожу здесь, чуть ли не падаю. Да что, мне помахали, я привет передал. Здравствуйте, сказал. Вот такая, друзья, тропинка. Козья тропа. Козья тропинка, можно сказать. Ну, хоть так сделали, то спасибо. Я не знаю, здесь какой микрорайон идет уже. А рука околела, но я смогу. За 15 минут, женщина. Я сегодня хорошо, кстати, в Микрике доехал. Я же не знал, где эта тропа здоровья находится. Я ехал в Микрике, водитель сказал, что на 105 микрорайоне остановите. Он ко мне едет, остановит. Потом женщина какая-то сидела в маршрутке. Я говорю, она говорит, вы на 105-м выходите. Я говорю, ну, она говорит, ну я вам покажу. Я говорю, а вы не знаете, где тропа здоровья находится? Она говорит, ну я вам покажу. И пас мне показала. Все рассказала. Говорит, я за 15 минут здесь доходила. Вот 112 здесь микрорайон, походу, идет. Вот такая здесь. Ну как бы тропинка здоровья нельзя назвать это. Она не сравнится, как на верхней Березовке. Фу. На верхней Березовке тропа здоровья находится, где там какая-то больница еще находится. Или больница там, или отель какой-то, или гостиница. Вот там где-то запрямик в лес свернули. Я смотрел, там один мужик у нас в Лондоне снимал тропу здоровья. То, что я куда ходил, это вообще не тропа здоровья. Это так, лес. Вот так вот, друзья, здесь люди живут. Извиняюсь за качество, сегодня на камеру не снимал, потому что что-то подмерзло сегодня люто так вообще. В центре-то ладно, еще тепло, а здесь-то вообще похолоднее чуть-чуть. Я здесь когда-то был, давно еще. Не, здесь походу не был. Здесь какой-то садик или школа находится. Школа или садик, что на? Мусорка приехала, мусор выбрасывать. Жить здесь, конечно, непривычно. Но можно жить, что? Если вам квартиру здесь хорошую дадут. Здесь квартиры стоят 1 010 000, может быть, за 5. Можно двухкомнатную найти. Люди на балконе сидят, курят. Куригасом занимаются. Покурить вышли. Вот здесь, видите, елочки садят. Туда я не знаю, туда я не пойду, там уже какой квартал дойдет. Туда далеко, в дебри. Вот так вот здесь люди живут, смотрите, такие дома стоят. Но в таком доме я бы жил. Чё, вообще красиво. Пентхаусы, да, называется. Такая, друзья, сегодня прогулочка была. Я не знаю, как отсюда выбираться потом. Может, здесь в мед можно пройти. А в мед потом пройду. Сейчас смотрю, камера не села.
Не, камера еще пока не села. Буду снимать, пока камера не выключится. Я рукой как бы сжал, чтобы это, ну это, чтобы она теплее была, не замерзла. У меня рука нагрелась. Здесь какой-то этот, как усадик. Видите, GoPro, вот эти GoPro Sony X3000, они хорошие тем, что как брелок на ключи повесил камеру. И у них стабилизация более-менее такая. О, GoPro лучше стабилизация, но у Sony 3000 такая средняя стабилизация. И вот, можно так идти куда-то поснимать. Зимой, да, это круто, чтобы камеру не доставать, чтобы ее не сломать, а то она отпотеет. Беречь надо все-таки. Здесь какой-то амбулатория какая-то находится. Титан Маркет здесь находится. Вон там вот амбулатория находится. Ну да, здесь люди хорошо. Вон тренажеры даже здесь есть. Можно даже здесь подтягиваться. Ракурс только надо тряпичный установить как-нибудь, чтобы тебя видно было. Тряпичный ракурс. Здесь есть какие-то турники есть. А, раз в 5 подтянусь, наверное. Вот, друзья, тряпичный ракурс поставил, тряпичный. Сейчас буду подтягивать. Куртку тоже надо снимать. Да, блин, у меня подклад весь вывалился. Сканер. Была, не была, вот так подтянусь. Раз 7. 7 раз нормально, напишите. У меня, друзья, ракурс тряпичный. Здесь скользко, камера укатилась. Блин, здесь скользко, камера как бы скатывается. Еще пару раз сделаю. Так легче подтягивается, когда вот так подтягиваете. А так тяжелее. Не знаю, сколько подтянуться. Вот, друзья, приехал в 112 квартал, чтобы просто подтянуться. Фу. Мышцы подкачался. Друзья, вчера валерьянку выпил на ночь, 7 капель. Ну там валерьянку пьете, по 3 капли можете в день пить вечерком. И это, не то что спать хорошо будете, вы можете полночи не спать, а потом как бы заснуть чуть-чуть, и у вас сон будет глубже. То есть валерьянка, она как бы нервы чуть-чуть угоманивает, ваши нервы, чтобы вы угомонились, как бы не думали там все всякую ерунду. Те вот эти таблетки пить, да, которые от стресса, от депрессии. Валерьянки 3 капли накапали. Ночью выпили вечером. Я сегодня в 7 часов проснулся, и прям такая бодрячок был. Реально я ни разу такого не ощущал, честно скажу сказать. Порой ты в 10 часов проснешься, в 11 часов. Прям вставать не охота, сил нету. А тут в 7 часов встал, бах, и огурчик. И все. Вот, валерьянка, кажется. Но ее тоже вредно много пить. Ее надо как бы аккуратно тоже. 3 капли, я думаю, это ничего не будет. Но ее надо сильно много тоже
не увлекаться. Это тоже сильное действующее средство. Седативное называется. Я не знаю, что такое седативные вещества. Опасны они нет, но тоже надо аккуратно их употреблять. А валерьянка, она у вас нервы успокаивает. Ну, нервы просто, у вас мозговое кровообращение налаживается. Потому что иногда память бывает у людей теряется из-за того, что у них мозговое кровообращение чуть-чуть нарушается. Они могут быть как бы умными людьми, но за счет того, что у них в мозгу кровь загущается, густая становится. И все. Че? Плохо это. Надо, чтобы кровь всегда разжижалась. Так что вот. А валерьянка, она как бы, вы как бы тоже, когда много пьете валерьянку, вы как пьяный сидите такой, вам ничего не охота делать, вам так, как наркотики, да, как так красиво, хорошо вам, как наркотики, наверное, такого. У вас нету плохих мыслей в голове, просто сидите, кайфуете. Фильмец какой-нибудь смотрите и просто, кайфуете. Но тоже опасно и постоянно пить. Вот, друзья, где я вышел, это у нас Николаевский. 112 квартал, походу. Там 110 идет мед. А там, в принципе, уеду на 90... 92 не ходит. Тогда пешком придется идти мне обратно, чтобы уехать. Вот здесь Титан Маркет и амбулатория какая-то. Общей врачебной практики. Врачи здесь практикуются. Вот такая сегодня прогулка была. Напишите. Я здесь уже миллион раз был. Здесь все уже, каждую улочку знаю. Со стеколки сюда приезжал много раз. Здесь снимал для вас видео. Там сейчас вниз спущусь. На двух пересадках доеду, получается. И в центре уеду, наверное, домой. Потому что здесь вряд ли. Минус 2 здесь не ходит. Вот здесь 80 здесь и тоже не ходит. Он только туда две остановки назад идти. Так, сегодня на GoPro поснимал на Sony 3000. Камеру не стал морозить, потому что здесь холодно. Ветер какой-то подул слегка. Люди здесь тоже общительные живут. Может, с кем-нибудь пообщаться здесь. Так вот стали поразговаривать, сказали: привет, здравствуйте, что, как у вас дела там? Они сказали: да все ништяк, все пучком. Ходили, поподтягивались. С мужиком там сейчас разговаривался. Он говорит: ты что, спортом, здоровый образ жизни? Я такой: ну да. Он говорит: ну молодец. Он сказал: ну молодец, так, будешь как этот Сильвестр Сталлоне. Так что вот, друзья, у меня уже батарейка, походу, садится. Пока еще не садится, но здесь звук плохой, потому что микрофоны сели. Я микрофоны не потерял, я думал, микрофоны куда делись. Камера и то не замерзла, а вот рука замерзла. Как бы сейчас солнце пригрело. Вот так вот здесь улица, сейчас я улицу вот эту поснимаю, да и все, наверное. Девка, конечно, там надо мной, наверное, смеялась, как я спускался, потому что обутки скользкие у меня. Я не хотел упасть там мордой вниз, улететь туда. Обутки надо менять, они какие-то вообще ни о чем. Скользкие. Вообще скользкие, скользят. Вот здесь как люди живут. Вот такие у них подъезды небольшие. Такие миниатюрные, компактные. С
112 микрорайон, наверное. Я был в 128 микрорайоне и 111 в прошлый раз. А это поближе чуть-чуть. Я подальше был. Фу. Ну да, подтягиваться я так мало-мало подтягиваюсь. Но нормально, что можно так раз 10, наверное, подтянулся, и то нормально. Так-то, в принципе, здесь хорошо люди живут. Дома такие кирпичные, красивые. Киоск даже, смотрите, здесь стоит. Прямо возле дома. Можно мороженое купить. Не знаю, сейчас работает он, нет. Может, не работает. Вот здесь эти мороженое покупать можно. Сейчас не работает, наверное. Вот такую здесь елочку поставили. Ну, как бы здесь красиво сделали, все для людей. Все, у меня уже батарейка садится. Живите с компьютером написано. Елочка. Типа парк, не парк здесь сделали. Двенадцатый микрорайон, вот я дошел. Хорошо здесь живут люди. Так что, друзья, кто здесь живет, удары вам счастья, чтобы ваши здесь дома красиво были. Ремонт хороший делайте. А я, друзья, пошел на остановку. Хотел сегодня просто без комментариев снять. Потом думаю, иду один, одному скучно вот что-нибудь рассказывать. Такие здесь ворота нас встречают. Ну, сейчас ни батарейка не села. Вот здесь это как такие ворота встречают. Здесь лестница. Так что, друзья, у нас что в этом, как у столько микрорайонов построили, что их все и не снять. Люди как-то вон в двухэтажных домах живут здесь. Вот так вот здесь. Вот так вот здесь, друзья-то, люди и живут. Молодцы, что. Можно здесь жить, что я тоже жил. Что здесь пошел на остановку, на микрик сел. В центр надо, в центр уехал. Зато тебе здесь квартиру могут хорошую дать. Ванна, туалет будет плиткой обделана. А что вот? Да, пипец, сейчас все такие высокие, смотри, один такой карлик, иду маленький. Сейчас все даже школьники 1,90-1,80 метра. Эх, тоже охота быть 1,90 метра. Я бы хотел 1,90 метра хочу быть. Ну и так растяжку делаю каждый день, в принципе. Растягиваю спину, там позвоночник. Фиганца можно на 3 сантиметра вырасти. Это максимум как бы будет. Это просто рост поддерживать. Если у вас рост 175 или 176, вы просто как бы поддерживаете, чтобы не стать еще ниже. Вот кто бы, друзья, в такой мороз сюда бы поехал? Да никто, кроме меня. Так что все, друзья, для вас снимаю. YouTube как бы не забрашиваю, как снимаю, так и снимаю. Ну, та, друзья, конечно, если вы YouTube сначала начнете вести с нуля, то у вас подписчики могут за год, за два быстрее набраться. Потому что накручивать подписчиков тоже нельзя. Это вот вообще канал убьете, потом несколько лет будете впустую снимать. Вот Chevrolet Cruze стоит. У нас такой же, только у нас. Ну, цвет почти одинаковый. Так вот тут Chevrolet Cruze смотрится. Красиво, да, машина?
Мы как-то летом ее в гудроне заморали, пришлось оттирать потом. Мы ее оттирали. Ну, в гудроне ее заморали, там дорогу делали. Но мы хорошо, что ее сразу отмыли, сразу. Потому что когда несколько часов проходит, то она присыхает, помню, оттереть. Вот, друзья, уже до 110-го даже дошли. Здесь 110-й идет микрорайон. Камера еще села, но не выключается. А что, друзья, заранее всем говорю пока, спасибо, кто смотрел. Вот 62-я здесь школа или какая находится? 63-я. Сегодня как бы и спортом позанимался. Две полезные вещи сделал, видео для вас поснимал. Как бы бодрячком чувствую себя нормально. Хорошо так. Голова ничего не болит, светлая такая голова, все там. Мысли такие формулируются. Ну как бы спортом занимаетесь, у вас немного это. Вы себя лучше будете чувствовать. Поначалу, когда вы спортом будете заниматься, если вы долго не занимались, вы, конечно, будете, вам тяжело будет. Буквально через полгода эффект будет, конечно, хороший такой. Уже 10 минут снимаю, пока камера не выключилась. Так что вот, друзья, желаю всем здоровья.